восточной части архипелага. На юго-западную часть нас не пускают. В предыдущих частях мы открыли все радиобашни. Планировали-то вообще весь архипелаг открыть, но нас не пускают. Что сделаешь? Ничего. Не читы же использовать в конце концов. Но читы мы никогда не используем. А в этот раз мы играем на максимальном уровне сложности, без скиллов. Только те, которые открыты вот, по начальным квестам. Заставили, можно сказать, открыть разработчики. Остальные у нас закрыты. Без крафтинга медикаментов и каких-то еще препаратов стимулирующих. Гербарий мы иногда собираем, но только на продажу. Эти препараты не крафтим. Еще мы планировали вначале открыть радиоточки все, потом все скрафтить из амуниции. Но нас, нашу бурную деятельность прервали хантер-квесты, охотничьи поиски, которые открываются при захвате, баз противника. А какую именно базу нужно захватить, например, для вот этого, для открытия хантер-квеста на убийство медведя, неизвестно. И также с другими хантер-квестами. Так что мы пока отказались от заканчивания с крафтингом и начали захватывать от базы противника. Начали мы это с острова, потому что на причале обычно стоит катер металлический с пулеметом. Это удобно для захвата баз противника, расположенных около берега. Вот это, вот эту мы захватили, вот сюда войдя. Нас обстреливали с двух сторон, но мы выдержали на катере, все время отплевываясь пулями, которые вырывали зубами. Захватив остров с оленями и ягуаром. Вот олени, и на них ягуар все время охотится. Мы обнаружили, что катера этого нет. Эта возможность открывается при захвате нескольких баз, наверное. Поэтому мы решили захватить сначала вот эту и вот эту базу, вернувшись с сохранения. Здесь сохраняться можно один раз, кроме автосохранения. Но здесь не видно. Вот. После того, как мы захватили эти две базы, мы вернулись на остров и захватили эту базу, орудуя только ножом, не понимая шума.
нам с первого раза не удалось. Мало того, что мы играем на максимальном уровне сложности, без скиллов, без медикаментов, так еще и иногда в темноте. Так что не всегда можем нащупать вовремя нужную клавишу. Усложнять, так усложнять. Но в конце концов мы взяли эту базу. Благо, после смерти мы воскресали на самом острове. Здесь где-то point, точка автозаписи. Рядом с базой. Тут иногда такое случается. При захвате базы воскресаешь около базы. А иногда у ближайшей радиоточки. В данном случае здесь воскресли бы. Если брали базу, например, отсюда, с этого острова, обстреливая охранников из винтовки с оптическим прицелом. Вот мы ее взяли и сразу заметили, что наконец-то мы счастливые обладатели. Что-то с этим пальцем запустить надо делать. Отрезать, что ли, я не знаю вообще. Желательно вывихивается. Вот, катер. Металлический. Прелесть. С пулеметом. А как это все происходило, вы сейчас увидите. Да, кстати, охранники, которые приехали, наши синенькие, голубенькие, уже куда-то смылись. Скорее всего, их скушал леопард. Он находится на олене, но не брезгует ли человечины. Вот такая киска. Ну ладно. Смотрите, как мы захватывали базы. Thank you.
руку! I can't believe I lost him. Motherfucker! Here, you hide good. I'll give you that. This place is getting a little too... Holy fucking shit! Where the fuck did he go? All right. You want to keep playing hide and seek? I can't believe I lost you. Motherfucker. Here, you hide good. I'll give you that.
I find you, I'm gonna cut you. Keep playing with this bitch. I'll find you. Fuck me! Got the bullets. Nothing to be afraid of. Keep an eye out for a counterattack. It was beautiful once. It will be again. Help out with the items on the bulletin board. Come on, do this. Thank you.
my God! А теперь заметили. Shit! Whose body is that? Whoever did this! Get a grip! You're just looking! Keep your eyes open, man! I must be losing it. Nothing here. Must be some rebel screwing with us. You got this, man! You got it! Where the fuck did he go? Keep playing with me, bitch! I'll find you! Come out! Come out! Wherever you are! I can't wait to fuck someone up for killing him! Whoever you are, I'll find you!
shoot me. Come on! Do this! This is all me! Can't wait until this is home again. Who's the man? Me!
Вот так. Ну а вот и все. Ну а как не воровать? Тёщи же надо как-то полки прикрывать. Они же коллапсы тоже. Вот так. Так. Вот так. Более 4 миллионов получили. А таких 10-40, говорит, можно уже стать и долларовым миллионером. А вот теперь я полетучный. Он не мог себе представить, что она ворует. Кристально честная девушка. Кристально честная. Thank you.
что делать? Надо ли после того, что делать? Если все такие засранцы там, мамусечки. Как-нибудь образуется. Continuing the path of a warrior, we should take a look at the jobs on the bulletin board. Who's the man? Me? I can't wait until this is home again.
too damn hot. Someone just fucking shoot me. Make them pay for killing him. Remember, shoot them like they shot our body. You better hide, motherfucker. Getting a little too crazy, even for me. Goddamn rebels. Wish they would just give it up. Gave me the clock.
this shithole. What the fuck is that smell? Fucking rebels. Let them keep this shithole. Sweating like a pig here. Rebel bastards. Oh! Whoa! Getting away. You keep hiding. I'll find you. All right. Here we go. Goddamn devil. I wish they would just hit it up. Can do this.
can't do this! Wait till this is home again. It was beautiful once. It will be again. Come on! Do this! That you promised. The man, me.